Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал. Начинаю новый влог. У меня такой влог немного обо всем. Я вам сейчас хочу показать прежде ароматы. Новые ароматы, которые я заказала. И я заказала ароматы ПД Пари. Вот такие, вот такая у меня посылочка. Заказывала я почтой России. Все пришло достаточно быстро. Я не знаю, буквально 2-3 дня, что-то в этом духе. Я как оформила заказ, ну максимум дней через 5 я получила. Даже, наверное, раньше дня 4 у меня уже эти ароматы были. Значит, это, кстати, очень прикольные ароматы. У меня здесь 4 штуки. Один из них мужской, кстати. Я уже дала мужу попробовать, ему очень понравилось, что на самом деле для моего мужа не свойственно. Обычно какие-то новые ароматы, которые я ему даю попробовать, он так делает. Фу. А здесь, кстати, очень понравилось. Это у нас сертифицированная парфюмерия, которая родом из французского города Грасс. Ароматы эти очень классные. Вообще, они, я бы сказала, схожие. Схожие ароматы. Я бы даже сказала, что в этих ароматах, наверное, вот если можно так сказать, направленность схожа. Но сами ароматы все-таки, наверное, как отдельные ароматы. То есть это полноценный аромат, который может занимать достойное место на вашей парфюмерной полочке. Я вот лично так считаю. Значит, не тестируются они на животных, что немаловажно. И давайте расскажу вам о самих ароматах, которые я заказала. Давайте начну с мужского, да, раз уж я сказала, я мужу не так часто заказываю ароматы. На самом деле, знаете почему? Потому что он у меня вот влюбился в один и так и пользуется. Я заказала вот такой аромат, называется он Bad Boy. Он на самом деле стартует так, знаете, достаточно ярко, а потом такой свежедревесно-зеленый. Вот я бы вот так его назвала. Вот такой вот у него флакончик. Свежедревесно-зеленый. И вот когда вот это вот такая... Спустя какое-то время он становится немножко таким теплым. Вот очень хорошо сейчас пользоваться. И мужу он понравился. На самом деле понравился, хотя это для него не свойственно. И вообще, кстати, вот эти ароматы, они очень хорошо раскрываются именно на коже. Вот я обратила внимание, то есть когда вы наносите именно на кожу, они держатся, во-первых, целый день. Это просто круто. И они на коже, получается, так более играючи как-то звучат, нежели если вы нанесете там на одежду, например. Но это мое ощущение, да, это то, как вот мне эти ароматы. Себе я заказала вот такой аромат, который мне очень сильно понравился. Он называется Purple Molecula. Это Purple, это фиолетовая молекула. И аромат этот звучит как черная смородина. Причем садовая черная смородина. И где больше не листьев, а именно ягод. Знаете, такая черная смородина с такими крупными ягодами, такая сладкая прямо. Но сам аромат не приторно сладкий, он такой, знаете, сейчас я нанесу. Вот даже вот я открыла уже аромат, да, такое лето, солнышко, смородина, зелень, что-то такое теплое, такой вот обалденный аромат. Вот сейчас осенью, это самое то, я его уже наносила на себя. И немножечко такой, какая-то вот здесь такая нотка есть. Я не могу ее описать, но она очень вкусная. Вот смородина и что-то еще. Что, я не могу описать, но очень вкусно. Очень приятный аромат. Мне кажется, те, кто любят ароматы смородины, он не уходит, вот этот аромат, не уходит в... Знаете, некоторые ароматы со смородиной уходят в лоток кошачий. Здесь такого нет. Здесь именно вот эти ягоды смородины, куст, ягоды смородины, светит солнышко. Вот такие у меня ассоциации с этим ароматом. Обалденный. Я его вылью, наверное, весь на себя. Здесь у меня
сколько, 50 миллилитров. Мужу я тоже заказала 50 миллилитров. Хотела ему вначале маленький, ну, как бы на пробу заказать, но не пожалела, что взяла 50 миллилитров, потому что, еще раз повторюсь, ему очень понравился. Ну, и решила я еще попробовать скандал маленькую такую. Ну, это я себе для пробы. Это для меня, наверное, все-таки зимний такой аромат. Тоже очень такое, немножко такой пудровый, стартует, может быть, какими-то цитрусами, потом вот это какая-то пудровость такая, ну, пудровость такая, знаете, благородная, дорогая пудровость, я бы так сказала, выходит. И потом, ну, такой вот он теплый, такой согревающий, не знаю, очень приятный аромат, прям классно. И еще один, тоже, кстати, на пробу, Black Opium называется. Немножко он такой, как бы, со специями, что ли, каким-то. Может быть, какой-то дымный такой. Вот это тоже будет. Вот сейчас у нас похолодает, когда совсем. Буду вот эти два аромата наносить. Ну, я лью на себя ароматы. Меня спрашивают, как я их использую. Я на себя их лью. Можно так сказать, я купаюсь в них. Мне очень нравится. Но надо наносить вот именно эти ароматы по депари. Нужно наносить обязательно на кожу, а не тогда, ну, вот эта черная смородина, вот какая-то нотка такая есть у него, кислинка, что ли, какая-то, очень приятная. Держится реально целый день, девочки, и к концу дня они не уходят ни в какой-то, ни в спирт, знаете, ни в какой-то непонятный, они вот, вот как они раскрылись, они так к концу дня, только к концу дня они будут более ближе к телу, эти ароматы, нежели, то есть шлейфа уже, может быть, не будет. Если вы любите шлейф, то к концу дня можно будет обновить этот аромат. Тем более флакончики сделаны из пластика, это экофлаконы. И, соответственно, бросила сумочку, взял с собой, вообще супер. Я вам ссылки, конечно же, на все оставлю внизу под этим видео, но у меня точно такой же второй набор есть. Точно таких же ароматов, я их открывать не буду, я просто вскрыла коробочку посмотреть. Это одной моей знакомой, у меня есть знакомая, которая тоже, ну, такая любительница парфюмерии, как и я. Мы с ней вот тут обсуждали. У нее, кстати, многие ароматы есть, которые есть у меня, а у меня есть ароматы, которые впервые я попробовала у нее. И вот она меня спрашивала про вот эти вот подепари. В общем, я решила сделать заказ, и она говорит, закажи мне. Ну, я заказала точно такие же, потому что она не могла выбрать. Она говорит, слушай, я не знаю, и закажи мне вот какие ты себе хочешь, такие же закажи, у нас с ней вкусы сходят. Поэтому я и заказала тоже, я вскрыла просто коробочку, посмотреть, надо будет встретиться. Ей обязательно тоже передам. Эти ароматы тоже мужской, вот этот вот. И три женских. Я ей говорила, что мужской. Она говорит, ой, супер. Но у нее муж такой, не такой привередок парфюмерии, как у меня. Ну, если уж моему понравилось, мужу, то я думаю, ее мужу тоже обязательно понравится. В общем, ссылочки я вам оставлю. Я считаю, что это очень достойные ароматы. Они действительно... Ну, это вот полноценные ароматы, которые вот, ну, какое-то направление, наверное, направленность схожа с ароматами, да, приходят они вот в таких бутылочках, в общем, супер. Но вот эта фиолетовая молекула просто обалденно. Вот, еще раз повторюсь, ссылки оставлю, обязательно переходите, смотрите. А я сейчас хочу вам показать, я была тут недавно в магазине «Фамилия», сделала небольшие покупки, вообще 100 лет там не была. Вот, и с удовольствием погуляла. В самом магазине я не снимала, не знаю почему, как-то забыла совсем. Вот, но покажу вам, что приобрела. Я тут еще заходила в магазин «Фамилия». 100 лет я там не была. Кстати, у них не работают больше скидочные карты. То есть раньше у них там был понедельник 7%, все остальные будние дни 5%. А в субботу и воскресенье не было вообще никаких скидок. И цены на одежду... Ну, они вот как подняли тогда, так они так и остались. Но можно много что найти интересного для дома. Я купила вот такие две тарелочки. Девочки, посмотрите, какие они прикольные. Стоили 169 рублей. Тарелка 20 сантиметров. Вот я две такие купила. То есть они такие, как, ну, как мисочки, на мой взгляд. Вот для себя, можно так выразиться. Но вообще у меня... Посуда же белая в основном, и поэтому, ну, в общем, короче, они мне очень понравились. Были всего две, я взяла побольше.
использовать их действительно как тарелочки, можно даже супчиком налить. Вот. Так, также я в декор зашла. Там, кстати, много всего интересного. Ну, вот я выбрала, правда, не знаю еще, куда поставлю, вот такую вазочку. Смотрите, какая прикольная. Ну, просто как бутылка такая, да? Вот, стоила эта вазочка 249 рублей. Вот. И я ее взяла, потому что мне понравилась вообще вот эта веточка. Я бы таких веточек взяла несколько, но была всего лишь одна. Стоила она 199 рублей. Растение искусственное. Вот такая вот. И я взяла еще вот такую веточку. Тоже мне очень понравилась. Она такая, видите, как будто бы пыльная, что ли, не знаю. Вот такая вот прикольная. Стоила эта веточка, сейчас давайте тоже, 199 рублей. Мне понравилось, как смотрится вместе. Надо только распушить вот эту вот и вот ту. Вот. И вместе так как-то по-осеннему даже, да? Сейчас я поставлю. Ну, в общем, это надо все дело распушить. И будет симпатично смотреться, да? Вот так даже как-то по-осеннему, что ли, не знаю. Не знаю еще, куда я все это дело поставлю. Вот, но мне очень понравилось, захотелось. И такие тарелочки. Вот, в принципе, там можно много чего интересного найти. Вот, но это пока весь мой улов. Так что периодически буду туда тоже заходить. Ради посуды, ради каких-то вот таких вот штучек. С удовольствием буду. Девочки, хочу вам показать сейчас. Моему счастью просто нет предела. Смотрите, что мне приехало. Я так давно хотела хлебопечку. Вы себе просто не представляете. Я как-то об этом говорила в видео. Мне писали, что можно сделать хлеб в духовке. Можно, но не нужно. Я права? Возможно, не права. Вот, я хотела именно хлебопечь. Как я хотела этот агрегат себе домой, вы себе просто не представляете. Дополнительные режимы здесь. Дрожжевое тесто делает, джем, йогурт, ну и, конечно же, сам хлеб. Вот такая вот мне прелесть пришла. Это мне муж заказал на Озоне. Вот, я тут распаковала сейчас, боже, прям вообще. Надо попробовать сегодня сделать хлеб. Ну, я в любом случае, наверное, даже не сегодня. Сегодня, наверное, у меня не получится. Но потом расскажу, как она работает. Что и как. Вот такая вот какая-то марка. Не знаю, выбирал мне муж. Вот. И вот такая вот сама хлебопечка у нас получается. Боже мой. Боже мой. Девочки, прям вообще радости нет предела. Я просто... Я за наличие помощников в доме. Вот такая вот здесь вот у нас... емкость. Она вытаскивается, нет? Вот она не вытаскивается. Не знаю, как она вытаскивается. Неважно. В общем, сейчас буду изучать, читать. Здесь вот какие-то такие штучки, ничего не понимаю в этом. Ну, в общем, вот такая вот прелесть. Просто, девочки, прям даже вот не хочется трогать, да? Мне осталось из техники заказать себе мясорубку. Но по мясорубке я не так страдаю, как страдала по хлебопечке. Вот, очень хотела. В общем, тут инструкция, тоже надо мне все это изучить, дело, посмотреть, что да как, что как, чего сделать. В общем, супер, никогда у меня не было хлебопечки, никогда. Вот, решила ее наконец-то себе купить. Так что, девочки, порадуйтесь за меня. Вот, и еще, меня спрашивали по поводу аквариума. Показать аквариум и рассказать про него. Это я рассыпала этот корм, кормила сегодня. Значит, вот так вот выглядит аквариум. У меня здесь 4 золотые рыбки и 2 сомика. Сомики где-то, где-то они. Вот там вот, где камушек один, видите? Вон там вот. Вон там один, такие два черненьких, одинаковых сомика. Значит, все вот это я заказывала на Озон. Но я ссылки не буду оставлять уже. Вот. Рыбок самих покупала в зоомагазине. Они у нас уже, когда? С августа месяца, по-моему, да? Значит, рыбки вот эти обжорливые, просто жуть какая-то. Вот просто жуть какая-то.
У меня до этого был аквариум, но у меня там в основном гуппи были. И был такой тоже сомик, но такой желтенький, не помню его название. Все вот это, все вот эти растения, это все искусственные растения. Я пока не доехала до какого-нибудь магазина, где продаются водоросли именно живые. То есть это надо в специализированный магазин, где в том числе есть, ну, аквариумы продаются, там рыбки и так далее. Там же обычно продают вот эти водоросли. Там, где я покупала вот этих рыбок, водорослей живых не было. Значит, у меня здесь вот такой фильтр стоит. И он не просто выгоняет воду сюда, а еще делает такие пузырики. Не помню, как это называется. Здесь тоже у меня такая, видите, трубочка идет с пузыриками. Это очень полезно для рыбок, ну, то есть кислороды. Вот это, соответственно, из силикона, вот та штучка из силикона, камушки у меня натуральные. Вот эти вот, я не знаю, было написано, что натуральные кораллы, но в итоге что там вышло, я не знаю. Так, как я за ним ухаживаю? Значит, смотрите, у меня есть, это корм. Дальше, сейчас я сразу все достану. Это я тут подкосячила тумбочку. Вообще, желательно специализированную тумбочку покупать для этих, для аквариумов. Ой, девочки, извините, я так вас. Вот такая штука у меня есть, которой я чищу, получается, раз в неделю я чищу вот этот грунт. То есть по низу собираю все продукты жизнедеятельности моих рыб. Я бы так это назвала. Вот такая вот помпа. Она вообще дешевенькая, там стоит сколько-то там рублей и так далее. Промываю еще губкой вот эти стенки раз в неделю. И, наверное, раз, а то и два в месяц, наверное, раз в месяц, я промываю вот эти вот все, весь декор. Потому что на них тоже образуется... Ну, тут, наверное, видно такие. Вот, видите, как такие водоросли. Вот, вода из аквариума, водой из аквариума я поливаю все свои цветы. Это очень хорошая подкормка. Единственное, что зимой не стоит этой водой поливать, потому что это некий стимулятор роста для комнатных цветочков. Вот. Дальше. Воду, когда меняю, я наливаю фильтрованную воду. У нас такой фильтр стоит большой. Где, то есть воду фильтрованную, ту, которую можно пить, я вот эту фильтрованную воду, я ее не отстаиваю, не настаиваю, не делаю никакой комнатной температуры, я примерно вот до сюда раз в неделю, вот примерно вот столько, то есть одну треть, наверное, аквариума воды убираю, раз в неделю фильтр чищу обязательно. И добавляю в воду еще вот такой вот кондиционер. Очень он хороший, ну, по крайней мере, так говорят. В общем, специальный кондиционер, вот, для них. Видите, они думают, что я их сейчас кормить буду. Еще, чтобы не образовывалось много водорослей, вот такое средство хорошее, кстати, против помутнения воды и чтобы не было много вот этих водорослей. Я тоже использовала, причем я один раз буквально покапала, и смотрите, у меня вода просто чистая. Вот, здесь нужно на ночь перед тем, как выключить. Он у меня выключается автоматически. Видите, вот там специальная такая штучка, регулятор такой стоит. Он у меня сам включается, сам выключается. Вот, фильтры работают все время. Это корм для кого? Для сомиков. Вот у меня вот такие вот сомики. Вот они мои сомики. Вот. Так, а вот это корм для самих рыбок. У меня вот такой вот тетрамин какой-то. Вот, для полноценный корм, для здоровья, энергии, окраса. Вот таким вот. Ну, у меня все вот этой марки Тетра, она, кстати, хорошая для аквариума. Вот, вот и все, наверное, что еще можно рассказать. Вот, вот эти средства можно на Вальбрес, Озон, в зоомагазинах продают. Ну, в общем, везде можно купить. Вот, хочу поехать за водорослями, хочу еще пару золотых рыбок подсадить. Вообще, если подсадить к ним маленьких рыбок поменьше, то они их съедят, хотя они не хищные. Вот. У меня сомы постоянно от них прячутся. Ну, им есть куда прятаться, и это хорошо. Вот так вот. Рыбок этих у меня выбрали мои дети. Вот. Так что. А у них даже имена есть, но я не помню, какие имена. В общем, они у меня тут жиреют, одним словом.
Вот. Кормлю я их по утрам. Ну и все, наверное. Все, что... Вон сомик. Вот, видите? Вон он. Ну, он маленький такой, маленький-маленький. Видите, вон там на камушке. Черненький такой. Они маленькие еще, они потом подрастут. Рыбки тоже у меня подросли, мы их совсем маленькими покупали. Достаточно быстро растут. Вот, ну и все. Шум. Здесь вот шумит просто вода, а шум у меня идет вот от этой штуки. Там вот у меня стоит насос. Вон, видите, она идет. Там стоит насос, он должен выше быть уровня воды обязательно, поэтому я положила туда, чтобы он уже никуда не падал. И вот он как раз-таки шумит, вот этот шум создает он. Здесь просто звук вот этой воды. А вот это вот такое... Ну, здесь у меня никто не спит, здесь только мы кушаем, да, обедаем. Вот он, сомик. Вот. Один и второй такой же побольше есть. Вот. И шумит вот эта вот штука. Вот, то есть, чтобы была более-менее бесшумная, надо какую-нибудь подороже брать. Я-то совсем дешевенькую, что-то рублей за 700 купила. Ну, потом я думаю, что поменяю ее на такую подороже. Вот. Так что, вот так вот. И забыла сказать, что сам аквариум я заказывала, это на 50 литров, я заказывала уже вместе вот с этой крышкой, и в крышке там уже свет. То есть с лампочками для аквариума, отдельно покупала только фильтр, ну и, соответственно, наполнение вот это все, это было отдельно. Сам аквариум шел, то есть стекло, крышка и в крышке сами лампочки, которые, ну, со временем нужно менять. Чтобы их кормить, я открываю вот эту вот такую вот крышечку. Вот, так что супер. Ну и давайте закончу я свое видео еще одной посылкой, которую я получила, тоже заказала. Заказала, потому что была скидка 50%. На все то, что я вам сейчас покажу. Вообще, обратили внимание, да, у Наташи пошли ей всякие заказы, посылки. Я себе тут, кстати, павлобасарский платок тоже заказала. Все потому, что Наташа появилась побольше времени, дети пошли в школу, да, и Наташа тут до 2 часов свободная женщина, можно сказать. Муж на работе, дети в школе. В общем, ладно, павлобасарский платок придет, я вам обязательно покажу. Я вот пальто заказала, решила, что... Очень мне хочется новенький павлобасарский платок. Вот. Так, открываем коробочку. Значит, заказываю я... Компания Boxberry мне привозят до пункта выдачи. Я уже об этом говорила много раз. Так, никаких нет у меня купонов. Никаких вообще нет купонов, скидок там и тому подобное на этом сайте. Я подписана на рассылку, мне присылают скидка 50%, ночью распродаж там, ну, в общем, постоянно там все. Значит, так, давайте начну с того, что я, можно сказать, повторила, правда, немножечко другое взяла, это я взяла вот такой тоник от марки Аравия. У меня предыдущие тоники были, сейчас скажу, какие... лифтинг-тоник и какой-то антивозрастной тоник, только маленькие баночки. Мне понравилось очень. За ту цену, за которую я заплатила за этот тоник, это, можно сказать, бесплатно. Меня спрашивают, когда я успеваю всем этим пользоваться. Я вам могу сказать, я просто в ужасе от того, что у меня все быстро заканчивается. У меня на самом деле, я пользуюсь средствами и парфюмерией, и косметикой, и вот средствами для ухода я пользуюсь каждый день, и поэтому у меня все быстро закончится. Тоник вообще утром и вечером я использую. В общем, взяла в этот раз вот такой увлажняющий тоник. Вот, но тоники мне понравились этой марки, очень сильно понравились, поэтому я заказала. Так, и заказала я, когда-то пробовала эту косметику, мне очень понравились маски. Но немножко другой линейки. Маски я покупала, и у меня были пробники кремов для лица. Так, у меня тут все вот эта бумажка, и у меня здесь еще подарочки. Подарочки покажу в конце. Значит, у меня были пробники различных кремов марка Кора. Все, наверное, ее знаете. Я очень люблю, но в этот раз не заказала, потому что у меня что-то много масок. Для лица мне очень нравится маска с пребиотиками для проблемной кожи.
очень нравится. Нравится мне маска такая с черной крышечкой от марки Кора. Какая-то там бота-маска, она как-то так называется. Я решила взять уход. Значит, вот такая линейка красная, это какая-то премиум линейка со скидкой 50%. Значит, заказала крем дневной моделирующий. Написано 45+. Но, девочки, не бойтесь вот этих написаний. Если у вас сухая кожа, обычно вот эти 45, 50+, там, не знаю, 60+, они более плотные, более жирные, чем для молодой кожи. Мне как бы 37, поэтому я подумала, что пойдет. Вот, и также заказала гиалуроновую сыворотку. Вот такой. Ссылочки я оставлю, девочки. Я не буду поближе показывать, потому что не имею... Я просто показываю, чем я сейчас буду пользоваться, потому что дневной крем у меня закончился. Точнее, у меня там осталось совсем чуть-чуть. Буду пользоваться. Значит, гиалуроновая сыворотка и анти-эйдж крем для контура вокруг глаз. Давайте я открою вот этот крем и сыворотку. Так, ну что, открыла. Вот так вот выглядит сам кремушек. Здесь крышечка. Не хочу туда лазить пальцем, честно говоря. Потом вам расскажу. Еще вот такой крем. Ой, слушайте, пахнет так приятно. Такое ощущение, что какой-то чаек с лимончиком. Очень вкусно пахнет. Но мне на самом деле все равно, какой аромат. Главное, чтобы работало хорошо. Значит, здесь какое-то клеточное обновление. Изготовитель Москва. Обновление кожи на клеточном уровне продлевает жизнь клеток. Ну, в общем, стимулирует, повышает упругость, плотность, глубину морщин и так далее. Ну, посмотрим. Посмотрим. И вот так вот выглядит сыворотка. Это заполнитель морщин. Обалдеть. Вот. Так, его я, наверное, такой носик, кстати, прикольный. А он вообще как кремушек. Причем, кстати, как такой плотный кремушек. Слушайте, тоже пахнет, как будто чай с лимоном. Ну, это мне так кажется. Как-то так. В общем, я попробую, я расскажу. Но я расскажу попозже, для того, чтобы мне понять, нравится мне или нет. Мне, когда я покупаю косметику вообще, любую, мне всегда так нравится первую неделю. А потом я начинаю, ага, здесь, там, здесь, здесь, здесь косяки. Поэтому это, наверное, только в конце октября. Я, наверное, может быть, даже когда дойду до донышка, тогда я и расскажу. Вот, так что вот такие вот у меня еще были покупки. Сегодня вообще такой влог о покупках. Ну, как вы уже поняли, Наташа делать нечего. Особенно вот я, когда приболевшая была, лежала. Я там вообще все. Все там у меня. Все заказала, все, что мне надо и не надо. Вот. Так что... А, и про пробники. Вот мне какой-то прислали биочистка классическая био-бьюти. Какой-то порошок в пакетике. Серьезно, смотрите. Вот. Я вообще думала, что это пить надо. А это на самом деле типа пилинга. Альтернатива химическим пилингам, лосьонам, скрабам. Очень интересно. Я, кстати, почему-то думала, там на сайте было написано, какие мне придут пробнички. Я почему-то подумала, что это пить надо. Снова вот эту штуку мне положили, она мне не нравится, я вам уже говорила. И положили от Урьяш вот такой вот мини-многофункциональный дневной крем. Вот такую вот маленькую миниатюрочку. Супер! Заплатила за все это, за весь заказ 2500 я. Так что вообще круто. Вот. Ну ладно, на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Было полезным, самое главное, интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую, до новых встреч!